Финансовую пирамиду ликвидировали в Днепропетровской области. Там руководители двух страховых компаний присвоили более 75 миллионов гривен. Вкладчикам сулили немалые доходы за размещение депозитов на их счетах, но не выплатили людям ни копейки, да и деньги не вернули. Как сообщили в СБУ, пострадавших почти 30 тысяч. Два причастных к афере уже задержаны, им объявлено подозрение. Кроме Днепропетровской области, преступники действовали в Киеве, Житомире, Харькове и многих других городах. Организаторам пирамиды грозит до 12 лет тюрьмы.